Всех приветствую на нашем канале. Напоминаю, что мы выкупаем любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой выгодной для вас цене. Сегодня к нам на разбор приехал Opel Astra 2013 года с пробегом 173 тысячи километров, двигатель 1.6 на механике. Сейчас кратко по кругу покажу вам автомобиль. Автомобиль у нас в очень хорошей комплектации. Так автомобиль выглядит спереди. Имеется небольшой дефект бампера, а именно ЛКП. Облез лак частями. У нас автомобиль на зимней резине Michelin. На оригинальных 17-х дисках, которые также будут в продаже как резина, так и диски. Больное место этих автомобилей — задние арки. Они у нас уже ремонтировались. На водительской имеются сколы. На пассажирской стороне нет. Сейчас подробнее покажу. Багажник у нас, кнопка работает. Багажник держится в таком состоянии. Задние фонари у нас в пленке. Пассажирская сторона. На пассажирской стороне сколов на арке не видно. Салон у нас комбинированный. Задние электрические стеклоподъемники. Задний ряд сидений также в отличном состоянии. Имеются подсветки в ручках дверей. Также подсветка центральной консоли. Пассажирское сиденье так выглядит. Лобовое стекло у нас с трещиной, сильная трещина. По акту проверки автомобиля мы имеем такие данные. У автомобиля все работает исправно, как и должно работать. Водительское сиденье у нас тоже с дефектом. Треснула кожа и сломан пластик сиденья. Посмотрим с вами подкапотное пространство. Под капотом у нас чистенько. Двигатель работает ровно, без посторонних звуков. Все технические жидкости присутствуют. Все в уровне. Также будет произведен замер компрессии. В конце видео увидите показания, которые показал компрессометр. Переместимся с вами в салон. Повторю, что автомобиль у нас в хорошей комплектации. Звуковой сигнал работает отлично. В рулевом усилителе посторонние звуки отсутствуют. Также в рулевом карданчике люфтов нету. Свет включается. Габариты ближний. У нас имеется режим автоматического освещения. Указатели поворотов все работают исправно. Также стеклоочистители. Все работает отлично у нас. Имеется мультируль. У нас нештатная аудиосистема, а точнее магнитола. Все работает отлично. Магнитола у нас на андроиде, также будет в продаже. Автомобиль у нас на механике. Имеется электрический стояночный тормоз. Сработал. Все работает отлично. Стояночный тормоз держит, проверял. Также все ящички открываются. Подлокотник у нас в отличном состоянии. Тоже защелочки все целые. Все работает отлично. Отопитель салона работает во всех положениях. Все включается. Также все на магнитоле отображается. Магнитола связана с штатной мультимедией. Также на мультируле все тоже работает. Имеется у нас круиз-контроль. На магнитоле тоже громкость прибавляется, все работает, все положения работают исправно. Имеется обогрев руля,
который также работает, уже включали, проверяли и обогревы сидений, как пассажирского, так и водительского. Бардачок у нас. Солнцезащитные козырьки, также подсветки срабатывают, все отлично. Все работает прекрасно. Сейчас с вами прокатимся на автомобиле, проверим его техническую часть. Также стеклоподъемники у нас все четыре работают отлично. Зеркала регулируются во всех положениях. Также складывание зеркал работает отлично и раскладывается. Включение передач происходит без хрустов. На месте все включается отлично. Вторая передача, переключение также происходит мягенько. Газ в пол. Третья передача. Посторонних звуков с подвески не слышно. Все работает отлично. АБС срабатывает. Тормоза также у автомобиля в исправном состоянии. Из рулевого управления посторонних звуков также нету. Задняя передача. Сзади у нас присутствуют парктроники. Все включается без хрустов, без вылетов. Газ в пол. Стабилизация срабатывает. Автомобиль ускоряется отлично. Третья передача. Сейчас увидите кадры замера компрессии. Opel Astra 2011 год. Двигатель 1.6, замер компрессии, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.